Предварительные итоги трехдневного голосования на выборах губернатора подвели в избирательной комиссии региона. Явка составила 54,84%. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Свое избирательное право реализовали 1 314 708 человек. За Вячеслава Федорищева, партии «Единая Россия», проголосовали 1 045 504 избирателя, что составило 79,56% голосов. За Алексея Лескина, партия КПРФ, проголосовали 91 077 избирателей. Это почти 7% голосов. За Наталью Бесярину, ЛДПР, отдали голоса 78 557 избирателей. Она набрала почти 6% голосов. За Михаила Моряхина, «Справедливая Россия, патриоты за правду», проголосовали чуть более 35 тысяч человек, что составляет около 2,5% голосов. Свыше 29 тысяч избирателей проголосовали за Владимира Плякина от партии «Новые люди». Он набрал более 2% голосов. За Степана Соловьева, партия «Зеленая альтернатива», проголосовали 16 546 избирателей. У него чуть выше 1%. Официально мы будем говорить о результатах только после их опубликования. Для этого избирательной комиссии необходимо провести соответствующее заседание, на котором мы утвердим эти итоги, определим победителя и после этого опубликуем.